В память о событиях в Афганистане в Алматы прошла церемония возложения цветов. Она состоялась в парке 28 гвардейцев-панфиловцев. Сотни людей приняли участие в шествии. Представители акимата, общественных организаций, деятели культуры и ветераны войны в Афганистане. Все они возложили цветы к вечному огню и памятнику воинам-интернационалистам. Также состоялся марш и показательные выступления военных. Здесь очень много молодежи. Вот эти мероприятия, они нужны не столько нам, афганцам, сколько для молодежи, чтобы они знали о трагичности любой войны. Любой войны. И в любой войне 2/3 гибнут. Это в основном мирное население. И мы должны сохранить мир и стабильность в нашем обществе, в нашей стране. В войне в Афганистане принимали участие более 22 тысяч казахстанцев. Около 1000 человек погибло, 19 до сих пор числятся пропавшими без вести.